Вспоминаете сегодня? Тут есть немаленький парад завтра в ВКонтакте. Вот девчонка, кто любит сейчас, могут потом посмотреть. Честно говоря, составляя программу, но всегда очень трудно. Ну, потому что песен много, и скромно их много хороших, поэтому хочется, чтобы они как-то все уместились в программу, и поэтому выбираем всегда очень ответственно. Ну и поэтому сейчас, прежде чем песню исполнить, хочется вот что прям наглядно вам показать. Вот давайте поднимем руки те люди, кто уже имеет семью. Семейные люди, вот давайте посмотрим. Вот. Больше половины зала. Смотрите, что происходит. Опускайте. Теперь давайте поднимем руки, у кого есть дети у нас, детишки. Так, вот. Еще больше рук. Ох, а ты не что-то сколько сегодня, а? Счастье такое, поздравляю. Ребят, смотрите, прошло 15 лет, и многие уже, большинство в этом зале имеют семью, дети. Это приятно, это прекрасно, замечательно. Те, кто руку не поднял, я искренне вам желаю, чтобы вы обязательно нашли любимого человека, чтобы было куда возвращаться, чтобы маленькие ножки выбегали, кричали мама, папа, радостно встречаем пороги дома, ведь, наверное, ради этого все мы с вами и живем. Об этом далее. Маэстро! И за любви, и за любви.
Thank you.